До свидания. Если найдешь что-нибудь интересное, дай мне знать. Привет. Твоя светлость. Да пребудет с тобой благословение, гражданин. Всегда рад. Вести о твоем успехе в пределе идут впереди тебя. Нужно укрепить победу. У меня для тебя есть важное задание. Тебе нужно прибегнуть к помощи Релмины Вереним и восстановить стража врат. Ты найдешь ее в Зазельме. Помнишь стража, убитого тобой? При наличии стража и работоспособного Зидилиана нам не надо будет беспокоиться о вторжении извне. Происходящее внутри царства — отдельная проблема. Тебе нужно поговорить с Релминой Вереним. Она поможет в этом деле. Странная женщина. У нее необычные вкусы. Когда это будет сделано, предел окажется в безопасности. На время. У меня есть ощущение, что ситуация становится напряженной, а это совсем нехорошо. Это важно. Просто очень. Если бы только это было очень просто. Но это не так. Я желаю, чтобы он охранял те врата. Если появятся войска Джигалага, он должен быть готов встретить их. Не годится просто пустить их в царство, если их станет больше. А их всегда становится больше. Несмотря на это, я думаю, что дела идут неплохо. Иди и поговори с Релминой. Ты найдешь ее в Зазельме. Скажи, что работаешь на меня. Она сделает для меня все. Маленькая жалунья. Он уже почти тут. Я чувствую это. Он понравится тебе куда меньше, чем я. Он даже трость не носит. Он ближе к типу принца-гиганта с огромным мечом. И если он на пути сюда, значит, я уже на пути отсюда. Я уже не вполне чувствую себя собой. Пока еще не кем-то другим, но уже не совсем собой. Могущественная волшебница, возможно, гений и полный псих. Короче, мой человек. Я привел ее в свое царство, чтобы она могла продолжить изучение своего шестого элемента. Честно говоря, я и не знал о существовании первых пяти. Она чересчур увлечена этим и мной, что затрудняет общение. У тебя-то проблем быть не должно. Тебя так никто не полюбит. Все происходит быстрее, чем я предвидел. А я славлюсь силой предвидения. Ситуация все ухудшается. Времени все меньше. Верни стража врат на место и быстро. Я не знаю точно, сколько у меня еще осталось времени. Передай Релмине мою любовь. Это ей понравится.
Говори быстро, смертное существо. Говори быстро, смертное существо. Осторожно, не хочу быть раздавленным. Убирайся отсюда! Вилка для большеголового! О, куда же мастер положил вилку? Она поет одна, вдали от дома. Бедная вилка, бедный, бедный большеголовый. Вилка, драгоценная, драгоценная вилка! Слушай, как она поет большеголовому! Красивая, совершенная вилка щекотки! Но она исчезла! 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 Нет больше песен! Нет больше звона! Взята у большеголового и не возвращена! Так случилось, когда большеголовый пришел сюда. Мастер перенес меня, шептал крики, песни безумных богов, песни плохих богов. Мягче, мастер, мягче. Она куда-то пропала, но она вернется. Она всегда возвращается. Она рядом. Большеголовый чувствует это. Вилка щекотки. Я слышу, как она поет. Песня о доме. Она опять возвращается и несет дары. Но ее нет здесь до поры. Скоро будет. Ты найдешь ее. Принеси вилку. Слушай музыку. Музыку тревог. Музыку дорог. Пой, чтобы все смогли услышать. Поговори с нищим. Поговори с Болвингом. Он знает тайны, но никто не может услышать их. Никто, кроме большеголового. Возьми талисман большеголового. Слушай Болвинга. Он говорит путано, но его разум чист. Он откроет тебе тайну. У кого есть вилка? Найди вилку. Принеси ее большеголовому. Спой ее большеголовому. Пасваль атакован порядком. Сплошная разруха и никаких следов вилки. До свидания.
Привет. Я думал о тебе как о герое, святой рыцарь и тому подобное, а ты... Находки? Ха, скорее находки на помойке. Увидимся. Пустяки, просто Подожди, ты понимаешь меня? Замечательно. Я уже давно не могу ни с кем нормально поговорить. Какой приятный сюрприз. Раньше только большеголовый мог понять меня, а он только и думает, что об этой вилке. А, да, вилка щекотки. Слышал о ней. Выходит, лорд Шагарат вернул ее на острова. Неудивительно, думаю. Он радуется своим игрушкам. Последнее, что я слышал, какие-то еретики захватили ее. К сожалению, изелоты почитают вилку важной. Уже некоторое время две группы дерутся за нее. Кто-то забрал эти перчатки из часовни в Короле. Удивительно, как это им удалось. Береги себя. Как только выпадет минутка, приходи еще, поболтаем. Салют. Твоя светлость, тобою совершено преступление. Только лорд Шагарат стоит над законами своего царства. Тебе следует вернуть все вещи, что тебе не принадлежат. Теперь выбирай, заплатишь ли ты штраф или отправишься в подземелье.
Прошу пройти со мной, твоя светлость. В соответствии с законом все украденное должно быть сдано, после чего твоя светлость может идти. Ничтожество! Сейчас ты старайся не сражаться с громитами в воде или... Можно будет сосчитать гораздо больше трупов, если кто-нибудь избавится ото всех двойников здесь. Не хватает трупов, а должно хватать, глупые маньяки. Они все портят. Поговори с Хорквером. Он скажет тебе, что надо сделать. Было бы неплохо, если бы здесь стало одним трупом больше. Трупом того, кто похож на меня. Понимаешь, к чему я веду? Уверена, в Зиделиане много тел, которые можно посчитать. Иди, убей кого-нибудь. Они чувствуют себя как дома и на суше. Говори быстро, смертное существо. Говори быстро, смертное существо. Вилка? Песни принесения? Вилка для большеголового? Ты принес вилку? Какой хороший день! Да увидят слепые, да поскачут хромые! Низкие станут высокими ростом! Вилки для всех! Вот как все просто! Теперь ты друг большеголового. Песни дружбы, песни службы. Подарки для тебя. Подарки в день вылупления.
Большеголовый вылупился, а его друг нет. Подарки для однояйцевого брата. Почти забыл. Себелюбивый большеголовый. Великолюбивый большеголовый. Большеголовый знает секреты. Секреты учения, алхимии, шпионажа и ударов мечами. Что ты хочешь узнать? Секрет шпионажа — быть незамеченным. Пустые комнаты, пустые гробницы. Крадись в темноте, хотя слепой и сможет увидеть тебя. Увидимся!